Управлением объявлены тендерные процедуры на капитальный ремонт улицы Черняховского. Значит, улица Черняховского будет заменена полностью асфальтовое покрытие проезжей части. Это 11,5 тысяч квадратных метров и 7,5 тысяч квадратных метров тротуаров. А на тротуаре будет применена плитка 30 на 30, такая же, как по принципу улицы Софиевской. На перекрестках будет сделано пандусы с тактильной плиткой, а также перильное ограждение, как по принципу у улицы Нежинской. Улица Черняховская, очень интенсивный трафик проходит по улице Черняховского, поэтому для осуществления пропускной способности мы хотим еще сделать заездной карман для общественного транспорта со стороны 5-й фонтана. Будет заездной карман, перенесены две остановки, и таким образом пропускная способность улицы, надеемся, увеличена будет. Что касается дорожной части, будет применено полностью новое асфальтное покрытие. Также еще будет с перекрестком улицы Тенистой добавлено несколько ливневых решеток для обеспечения водоотвода лучшего. И надеемся, что потом заменится еще дорожный знак и нанесется новая разметка. Относительно велодорожки. Согласно ДБН, обустройство велодорожек предусмотрено только при реконструкции и новом строительстве. Так как у нас улица Черняховская капитальный ремонт, то сама улица, на ней постоянный трафик и автомобилей, и пешеходов, а также существующая застройка не позволяет выполнить нормы ДБН и еще туда сделать велодорожку. Согласно тендерных процедур, будет объявлен победитель, после этого будет заключен с победителем договор, и после этого уже будут выполняться работы. Согласно проекту, срок выполнения работ составляет 5 месяцев.